утренние капли росы на лепестках и листьях, прозрачные и чистые. Когда более 20 лет назад Вячеславу Майкову нужно было придумать название небольшой в тот момент фирме, сразу вспомнилось именно это сравнение. Символ чистой воды. Вот на природе, босичком, утром идешь по России. Это не только качество вот этой воды, конденсата, да, но это еще и какое-то состояние души духовной, чистоты, понимаете? Состояние нетронутой природы. Вот роса, чистая вода. Первый офис, первый объект, первая точка росы. Известный термин из области физики обрел как бы еще один смысл. Это поселок, фабрика, школа или даже небольшой дачный участок, где заработала установка по очистке воды. На карте компании таких точек росы уже несколько сотен. География самая разнообразная – от Калининграда до Сахалина, от Заполярья до Средней Азии. Но больше всего объектов, конечно же, находится в Сибири. Компания «Роса» создана в 1991 году. И, несмотря на сравнительно немолодой возраст, является достаточно современным предприятием. Это большой, светлый, удобный офис, скомпонованный в одном блоке с производственным участком. Так нам гораздо легче превращать свои творческие проектные идеи в реальные установки по очистке воды. Аммиак, кремний, тяжелые металлы, мышьяк, марганец, железо. На грязную воду достаточно лишь взглянуть, чтобы понять, насколько она опасна. Причем не только для здоровья людей, но и для мощного промышленного оборудования. Так исторически сложилось, что основными клиентами компании «Роса», самыми главными и важными, являются объекты энергетики – Новозиминская, Северская, Красноярская, Новосибирская ТЭЦ. А весной 2013 года специалисты «Росы» ввели в эксплуатацию систему по подготовке воды для подпитки турбинного цеха на Омской ТЭЦ-3. В новой системе исходная речная вода проходит четыре основные ступени очистки. На первой ступени вода поступает на блок ультрафильтрации. Здесь вода очищается от взвешенных частиц, бактерий, вирусов и других нерастворенных примесей с вероятностью близкой к 100%. Далее вода последовательно проходит две ступени обратного осмоса, очищаясь от растворенных веществ и их ионов. Четвертая ступень очистки – непрерывная электродеионизация для глубокого обессоливания воды. Система, установленная на Омской ТЭЦ, представлена самыми передовыми технологиями в области водоподготовки. Деионизованная вода полностью соответствует требуемым параметрам. Опыт работы компании «Роса» в энергетике сейчас очень востребован для решения задач водоснабжения населения. Специалистами «Росы» спроектирован и смонтирован цех по очистке артезианской воды в Кемерове. В 2006 году в исполнении губернаторской программы «Чистая вода» было решено построить завод по производству экологически чистой воды питьевого высшего качества. По мнению разработчика программы «Чистая вода» в Новосибирской области профессора Николая Артеменко, в Сибири, богатой реками и водоемами, по-настоящему чистой питьевой воды пока не хватает. Требования к воде у нас в России достаточно высокие. Обеспечиваем мы эти нормы, вот это другой разговор. И тут для фирмы «Роса» работы непочатый край. Почему? Потому что Новосибирская область – одна из самых беднейших областей в части снабжения качественной питьевой водой населения. Фирма «Роса» сегодня очень востребована в сторону создания комплектно-блочных установок для очистки питьевой воды, скажем, для сел, для поселков. С 2011 года в Новосибирской области запущена федеральная программа «Чистая вода». Ее основная цель – максимально доступная вода питьевого качества в любой точке региона, будь то областной центр или небольшая деревня. Компанией «Роса» разработан ряд решений для этой программы. Установки для очистки воды монтируются или прямо над скважиной, или вблизи водонапорной башни. Установка предназначена в первую очередь для больницы, для Качковской. Состоит из основных модулей обезжелезивания, обессоливания и УФ-обеззараживания. Также предусмотрен узел дозирования реагента для лучшего окисления воды. Будет обшиваться сэндвич-панелями. Они обеспечивают в первую очередь быструю сборку,
этого контейнера. То есть это меньшие сроки поставки вот так же для заказчика. Вот. Также это уменьшает затраты и, соответственно, стоимость всей установки. Небольшими установками для частных домов на предприятии занимается отдельная структура – торговый дом «Роса». Его специалисты покажут покупателям, как работают фильтры, и посоветуют, какое оборудование необходимо приобрести. В установках «Росы» вода под давлением проходит через два фильтра. Один делает ее мягче, другой убирает железные примеси. В роли очистителей выступают смола и так называемый «зеленый песок». В итоге такую воду можно пить. Эта установка включена, значит, она подсоединена, она настроена. Все. Я только хожу и открываю крантики. Нужна мне вода чистая, хорошая. Отсюда я крантик открыл. На кухне, пожалуйста. Там, пожалуйста. Специалисты «Росы» знают, как чистой водой обеспечить не только коттеджи, но и новые кварталы такого мегаполиса, как Новосибирск. Мы как раз сейчас продвигаем идею третьего стояка в жилых зданиях, когда независимо от состояния сетей внешних, внутри дома или внутри квартала будет всегда в кране, в третьем кране, холодная вода, горячая вода и чистая вода. Будет находиться чистая водопроводная вода, соответствующая всем требованиям. Еще несколько лет назад среди клиентов «Росы» были в основном лишь крупные промышленные предприятия. Но сегодня в области водоподготовки компания «Роса» стала универсальной. Ее специалисты могут смонтировать и крупную установку для завода, и автономную систему для коттеджа. Самое главное – это то, чьими руками создаются наши установки. У нас более 70% сотрудников имеют высшее образование. Для них обеспечен полный социальный пакет, обеспечено бесплатное питание, доставка из города на работу и обратно. Мы ведем постоянную работу по повышению квалификации наших сотрудников. Это очень важно, потому что мы занимаемся инновационным, современным бизнесом. С этой целью мы приглашаем специалистов, в том числе иностранных, которые с удовольствием приезжают к нам для того, чтобы учить наших инженеров. На каждом объекте работает слаженная команда профессионалов. От проектировщиков и инженеров, разрабатывающих первые эскизы и чертежи, до тех, кто запускает установку в работу. Те сутки, там, скажем, трое, четверо, пятое, когда идет окончательная наладка, и мы продукт выдаем заказчику, это, конечно, ну, самые ответственные моменты, и они радостные. Еще важно то, что для всех, без исключения клиентов, мы предлагаем сервисное обслуживание в течение всего срока эксплуатации установок. Это своего рода является гарантией того, что то, что мы сделали, сделали на совесть. Сегодня в компании «Роса» более 60 специалистов – инженеры, проектировщики, менеджеры. Вместе они работают над завершением очередных объектов. Одна блочно-модульная контейнерная установка отправится в Норильск, другая – в поселок под Новосибирском. Это значит, что скоро на карте появятся новые точки «Росы».